только самые важные и интересные события из самых разных уголков Алтайского края. Каждую неделю мы специально для вас читаем районные газеты региона, чтобы узнать, чем живет наше село и его обитатели. Представляем вам свежую подборку в программе «Лавочки Ньюс». На улице Вокзальной Офтальменки есть опасный дом. На крыше в прямом смысле осыпаются вентиляционные трубы, кирпичи падают вниз, а расположены эти трубы прямо над подъездом. Жильцы обращаются за спасением и к властям села, и к коммунальщикам, но сдвигов не видят. И пока только гадают, как еще никто из них не пострадал. Взлетевшая после недавних ураганов крыша в Крутихинском районе стала крайней точкой народного спокойствия. В редакцию поступило несколько писем от возмущенных от проблем поселка жителей. На сайте опубликовано целых 7. В них жалуются и на детскую площадку, созданную прямо около дороги, на протекание крыши детского сада, крайне короткий график работы страховщиков, на вырванные чуть ли не с корнем цветы на клумбах в Крутихе. От целого опроса удостоилась еще одна больная тема – где быть памятнику «Подвиг матери». Власти предлагают установить на площади, жители отдают предпочтение месту у памятника павшим. Казалось бы, логично, но поляна-то давно заросла бурьяном. Вот так муниципалитет следит за символом вечного подвига земляков. Живую гадюку обнаружили жители Родинского района прямо у себя во дворе. К счастью, все обошлось без жертв. Мужчина, увидевший змею, не растерялся и отсек ей голову лопатой. Местный врач-бактериолог уверена, появиться в райцентре сама гадюка никак не могла, значит, змею завезли, возможно, даже с соседнего района. Поэтому специалисты просят родинцев внимательнее относиться к поездкам и отдыху вне населенных пунктов. В одном из сел Кулундинского района устали ждать, когда отремонтируют дом культуры. Уже несколько лет кровля большого ДК протекала при каждом дожде, а зимой промерзала, но денег на ремонт в муниципалитете так и не появилось. Этим летом население само провело все необходимые работы. Шифер помогли найти районные власти, а десяток местных мужчин безвозмездно заменили кровлю. Как пишут в газете, никого уговаривать не пришлось. Наоборот, увлеченные жители не без гордости вспоминали свои коммунистические субботники. А следующую подборку интересных новостей из районов края ждите через неделю.